первый класс пошли более 160 тысяч детей. Учебный год начался в самых отдаленных деревнях страны, например, в Ивановке, которая считается русским поселением. В его единственной школе побывала Арзу Юнус. Первый звонок для нескольких десятков первоклашек. На линейке все шестилетние дети азербайджанского села Ивановка. И эта школа здесь единственная. Я так ждала этого дня. Я буду хорошо учиться, буду учиться на пятерке. Я хочу стать директором школы. Очень нервничаю, очень переживаю. Нас сейчас ждет 12 лет учебы. Не знаю, как будет. Хочется, чтобы была отличница, но, по крайней мере, обещает быть отличницей. Родители почти всех детей – молокане. Это разновидность христианства. Ивановка вообще считается русским поселением. Но в совершенстве здесь знают не только язык предков. В школе у нас очень многонациональная школа, интернациональная школа. Имеется два сектора обучения – азербайджанский сектор и русский сектор. Все классы полные у нас обучаются. Имеется очень богатая библиотека. Книги и учебники на двух языках. Каждый первоклассник понимает и те, и другие. Вот русскоязычный класс. Первый урок – гимн на азербайджанском. Первый звонок в середине сентября во всех учебных заведениях страны. Первый урок по традиции посвящен родине. Малышей учат гордиться своей страной. 22 года работы в этой школе, и каждый раз с таким восторгом, с такой радостью встречаю детей в первый класс. Хочу пожелать малышам удачи и успехов, чтобы они достойно несли звание гражданина Азербайджана. После торжественной части старшеклассники приготовили первоклашкам сюрприз. День знаний школьники отметили яркими выступлениями, песнями и плясками. Арзу Юнус, Фирдовсий Марданов, Мир 24.